Команда юношей 1991 года рождения под руководством известного тренера Валерия Дадаева в последний раз предстала перед своими болельщиками. Заключительные матчи первенства Поволжья самарские мальчишки проводили с одним из лидеров зонального турнира – сверстниками из пензенского «Дизеля». Хотели на прощание хозяева льда порадовать своих поклонников, да не получилось. Результаты матчей говорят сами за себя – 2-6 и 3-9. Подопечным Дадаева вновь не хватило выучки, старания, умения и просто бойцовского характера. Именно тех качеств, что зачастую отсутствуют и у игроков главной команды мастеров ЦСКА ВВС. Правильно говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Взрослые хоккеисты заканчивают сезон на одном из последних мест высшей лиги. Их ближайший резерв тоже занял скромное место в первой шестерке команд первенства Поволжья. И кого из молодых игроков команды Дадаева привлекать в основную команду – проблема из проблем. А вот из этой команды кто может вообще продолжить свою дальнейшую хоккейную карьеру? Ну, это вратарь, я думаю, безусловно. И, ну, может, пару игроков, я не буду называть фамилии. Почему? Нехватка льда откровенная. Считай, ребята занимаются, они перешагивают, когда уже 14-летний возраст, и они начинают заниматься практически после 22 часов. То есть наше игровое время, получается, которое мы играем или с утра, или вот вечером, как сегодня в 5 часов, они практически, как бы, даже психологически не готовы. Ну, нехватка льда зависит от того, что у нас один-единственный дворец спорта в Самаре.